На Земле лунные феи бывают часто. Однако не всем разрешается посещать вашу планету, а только самым достойным, наделенным полномочиями лунной правительницы. Это не только умные, но и добрые существа. Они выполняют миссию покровительства над людьми, которые, естественно, их не видят. Но их влияние отражается на судьбе человека. Особое воздействие эти существа оказывают на людей, у которых по гороскопу Луна является главной управляющей планетой. На этого человека снисходит их особая забота и покровительство. Однако оно проявляется не каждый день. Все зависит от фаз Луны, которые меняются весьма быстро. Самое сильное влияние на людей феи оказывают в полнолуние, меньше в новолуние. Это связано с количеством солнечного света и энергии, поступающего от Солнца через Луну на Землю. Феи используют эту энергию для своего перемещения на Землю и обратно, то есть фактически они летают по лунному лучу. В чем же выражается влияние лунных фей на людей? Это всякого рода мысли и желания, стихи, мелодии, внушаемые феями человеку. Они помогают в основном в творчестве, но помогают не всем, а лишь некоторым. И выбор зависит уже от них самих. По ауре человека они определяют, хороший он или плохой, и хорошим помогает. Как у доброго человека имеется постоянная потребность кому-то помогать или делать что-то приятное, так и они обладают такой же потребностью. Феи учат хорошему через добрые внушения. Феи тяготеют к людям духовно развитым, религиозным, добрым и чистым, к поэтам, композиторам, романтикам и способствует их дальнейшему развитию и совершенствованию высших качеств. Это основная задача феи на Земле.